Перед нами сербский гость, который присутствует на выборах в Луганской Народной Республике. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Владимир Кашлянин. Я сопредседатель Общесербского народного фронта, председатель движения «За Сербию», бывший посол в МИДе Сербии и Югославии. Подскажите, каким образом вы, собственно, оказались здесь вот в период, в этот день выборов в Луганской Народной Республике? Ну, значит, по соображениям с обеих сторон выраженного интереса, мы, значит, с очень большой заботой смотрим за ситуацией, можно теперь уже сказать, на бывшей Украине. Страна проходит под влиянием Запада через свое крушение, и ну, чувствуем и выражаем полную поддержку народу здесь, народных республик Юго-Востока, Новороссии, значит, в своих стремлениях не участвовать в такой игре, навязанной Западом, и осуществить свою самостоятельность. В том смысле, значит, и наблюдение за этими выборами для нас было очень положительным впечатлением, видя то, что мы и думали, что увидим, но со всей силой, такую сплоченность народа, решимость, и надеемся и уверены, что это гарантия будущего не только этих двух народных республик, но и народа всей страны.